is on guard to tell my darling dream. How come you're not around? You'll have this glimmer. Feeling's got a shiver. You can maybe ever allow. Though you'll have price to pay. Seems like finally time to play. War is everywhere, in cold and silent. Have you been face to face with lies and violence? The world is dying on your hands, so don't waste time and call your friends. Don't give up, just stand. You're fated to defend. Без преувеличения, перед нами завтрашний день военного искусства. Использование технологий искусственного интеллекта на боевой платформе не только избавляет от необходимости использовать ненадежный человеческий ресурс, но и дает ряд тактических преимуществ. Она может поражать одиночные цели, а также существует режим тотального уничтожения в заданном периметре. Но главная особенность модели — это ведение боя в полностью автоматическом режиме. Вывести условного противника на позицию. Ум активирован. Я ничего не делал. Открыть огонь. Уничтожить их. Thank you.
Еще в конце 40-х годов прошлого века была разработана программа «Патриот», в рамках которой в каждой из советских республик были созданы сверхсекретные лаборатории, где проводились запрещенные опыты по генетике, эксперименты над животными и людьми. Август Куратов был начальником отдела «Патриота», отвечающим за инновационные технологические разработки. Он был одержим идеей создания проекта «Модуля 1», универсального пульта управления, с помощью которого можно было починить себе всю технику разом. Но его разработки и испытания через какое-то время зашли в тупик. Но еще больше собственных неудач Куратова беспокоили успехи его прямого конкурента по «Патриоту», профессора Виктора Добронравова, руководившего отделом генетических испытаний. У того дела шли прекрасно. Ряд экспериментов продемонстрировал у подопытных выдающиеся показатели по программе «Сверхчеловек». Чтобы вернуть себе былое расположение властей и закончить проект «Модуль-1», Куратов подставил Добронравова и украл все его научные разработки, а также провел целую серию подпольных генетических экспериментов. Так его жертвами стали несколько десятков ни в чем не повинных людей. Когда тайна Августа Куратова была раскрыта, трибунал приговорил его к расстрелу, без суда и следствия. Но он успел сбежать и скрыться в лаборатории генетических испытаний. Ее решили брать штурмом, но Куратов заминировал помещение. В результате взрыва Август выжил. Радиоактивное излучение изменило его генетическую структуру. Он стал другим. Его тело стало мощным. Сила невероятной. Он успешно завершил проект «Модуль-1». Именно поэтому техника на полигоне и сошла с ума. Боюсь, даже армия не в состоянии что-либо с ним сделать. Уничтожить Куратова нам помогут те, кого он создал. Мы должны найти их и уговорить сотрудничать с нами. Пожаловать в «Патриот». Как я поняла, за 2 недели я должна объехать весь бывший Советский Союз, собрать команду сверхлюдей и остановить сверхзлодея? Абсолютно верно. Эти люди — наша единственная надежда.
Еще вопросы есть? Никак нет, товарищ генерал-майор. Вопросов больше не имею. Разрешите приступать. Приступайте. Последний вопрос. Как называется моя миссия? Внимание, команда! Перед нами поставлена задача найти защитников. Мы проверили восстановленные досье, но зацепок там мало. Мы имеем лишь незначительные ориентиры тех мест, где они могут скрываться. В официальных отчетах информации не обнаружено. Нужно пробить по базе все необычные случаи в тех районах. Нужно проверять все, вплоть до желтой прессы. Есть сигнал из западного Казахстана. В сеть выложили ролик с незнакомцем, который передвигался со скоростью ветра. Ролик уже удалили, но есть показания свидетелей. Изучите эти показания. В предместьях Риги деревенская жительница попала в странное поле, после которого изменилось ее сознание. В сибирской глуши браконьеры ведут охоту за странным зверем. Хорошо, уточняем координаты, ищем совпадение. В Бресте школьниками найден подвал с говорящими растениями. Кишиневская гадалка предсказала все катаклизмы 21 века. В Армении у подножья горы Арарат туристы столкнулись с каменным человеком. Он скрылся под внезапным камнепадом. Это возле деревни, где один из защитников жил до 89 года. Готовьте экспедицию. Hayrmeş. Bu herkine ses. Սուրբ Եղեցի անուն քո, Եկեղեցե արքայություն քո, Եղեցին կամք քո որպես հերքինս և հերքրի։ Սաց մեր հանապազորդ, դուր մեզ այսօր։ Եվ թող մեզ պարտիս մեր, որպես և մեկ թողունք մերունց պարտապանած։ Եվ մի տանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկյա զմեզի չար է։ Սիքո է արքայություն և զորություն և պարկ։ Հավիտյանս հավիտեն ինձ։ Ամեն։ Лерник Оганесян. Меня зовут Елена Ларина, я возглавляю программу «Патриот». Вы просто использовали меня. А потом бросили. Сейчас я лишь одинокий пастух, живущий в пещере. Лерник, я не прошу у вас помощи, я предлагаю месть. Месть? У меня нет врагов. Все они давно уже мертвы. Август Куратов жив. Ясно. Но называйте меня Лер. Лерника Оганесяна давно уже нет.
Уверен, они это заслужили, Хан. Я убиваю людей, Лер. Плохих людей. Тогда помоги мне уничтожить Куратова. Это будет нелегко. Кто еще с нами? Глупо стоять на пути у воина, разящего насмерть. Как ты уже понял, мы собираем старую гвардию. Добро пожаловать. Пугать девушку? Да ты настоящий мужчина. Если бы я пришел с цветами, можно подумать, ты бы меня вспомнила. А может, напряжешь память? Что-то не припомню. Может, тогда познакомимся? Прежде чем я тебя ликвидирую. О, хорошее слово. Надо запомнить. И часто ты ликвидируешь старых друзей? Этому приему научил тебя я. Так что номер не пройдет. Этому приему я научил вас обоих. Синяя!
Мы знаем тебя. За последние 40 лет ты практически не изменилась. У тебя нет друзей. Ты одинока и обладаешь сверхспособностями, верно? Мы такие же, как и ты. Лер. Хан. Арсус. Хочешь знать, кто это сделал с тобой? Пошли с нами. Я ждал этого полвека, и теперь никто не сможет меня остановить. Армия клонов готова. Дети мои. В июне 78-го я очнулась на мысе Фиолент возле Севастополя. Это мое первое воспоминание. Личность мою так и не установили. При себе у меня было только это кольцо с гравировкой. Так я узнала свое имя. Правда, врачи сказали, что со временем воспоминания будут возвращаться. Но прошел год, потом еще один. А я так ничего и не вспомнила. Мои сверстники уже стали подсчитывать морщины. И я поняла, что не только владею сверхспособностями, но и практически не старею. Вечно молодая. Это могло вызвать подозрения. И я переезжала. Нигде не жила больше года. А что из сверхспособностей ты восстановила? Главное, вы видели. Невидимость в воде. Еще моя кожа термоупорна. Я не боюсь ни холода, ни жары. Могу сама контролировать температуру своего тела. Также я неплохо варю борщ. Я не знаю, это считается сверхспособностью? В какой-то момент я просто устала. От вечных переездов, безденежья и одиночества. И я решила, что раз уж я не такая, как все, то пусть это приносит мне какую-то пользу. Ксения, скажите, вы готовы присоединиться к защитникам? Я помогу вам. Надеюсь, это поможет и мне вспомнить, кто я такая и что со мной произошло 40 лет назад. Нам удалось вычислить место расположения Августа Куратова. На похищенных им установках ПУМ были датчики слежения, но Куратов может обнаружить их в любой момент. Наш козырь сейчас – внезапность. В центре этой свалки. Хорошо, что нам с погодой повезло. Майор? Куратова не вижу. Лер, у меня помехи с вашего видеосигнала. Лер? Лер, вы меня слышите? Что происходит? Пропал сигнал. Кто-то глушит его.
Связь. Пока не знаем. Делаем все возможное. Вызывайте вертолет, вылетаем. Наконец-то. Пробуждение у вас, мои дорогие коллеги. Когда-то мы неплохо проводили время вместе. Неужели вы забыли, что я знаю все ваши слабости? Куратов, я не знаю, что у тебя на уме, но прошу, отпусти Ксению. Она ничего не помнит про наше прошлое и про тебя.
Ты же сам ученый. Твой сибирский филиал Патриота был одним из лучших. А сейчас ты говоришь такие глупости. Если бы я хотел вас убить, я давно бы это сделал. Кто бы мне помешал? Тебе нужны наши сверхспособности. Ты их не получишь, и сам это прекрасно знаешь. Вот это не тебе решать, мой косолапый друг. Но я собрал вас здесь для того, чтобы предложить вам присоединиться ко мне. А может, лучше ты к нам? Из нас получится неплохое цирковое шоу. Чего нам помогать тебе? Из-за страха смерти? Это для нас уже не мотивация. Мы достаточно прожили. Уж лучше смерть, чем услуга врагу. Я знаю вас то, о чем вы даже не подозреваете. Я даю вам на раздумье 30 часов. Ну а пока... мне достаточно и моей собственной армии, которую я создал за эти годы. Сегодня около 10 часов утра по московскому времени с военной базы в Ногинске был похищен уникальный космический передатчик, разработанный специально для Байконура. Очевидцы утверждают, что вся военная техника на время вышла из-под контроля, самовольно покинув пределы базы, благодаря чему злоумышленники беспрепятственно вывезли ценный передатчик. Стремительное наступление армады военных сил на столицу продолжается. Первоначальная версия государственного переворота не подтвердилась. Действующая армия оказалась бессильна перед натиском противника. Все попытки остановить наступление заканчиваются отказом всей военной техники. И, как вы видите сами, машины и бронетехника просто присоединяются к агрессорам, разрушающим Москву. В Москве идет экстренная эвакуация жителей. Дороги скованы многокилометровыми пробками на выезде из города. Центр столицы уже серьезно пострадал. Сумму ущерба установить пока невозможно. И всех уже мучает другой вопрос. Как остановить творящиеся беспорядки, мародерство и человеческие жертвы? Господин Куратов, мы же договорились. Я выполнил свою часть сделки. Защитники у вас. Вы гарантировали нам не нападение. Теперь прошу вас выполнить свою часть сделки. Thank you.
то мгновение, когда я потерял сознание, я увидел свою дочь. Я помню ее первый шаг, когда она впервые назвала меня папа. Как она пошла в школу и потом с отличием окончила ее. Помню, как я танцевал на ее свадьбе. Помню внука и внучку. Они любили играть вместе. Внуки окончили школу, потом университет и разъехались по всему миру. Единственной, кто остался со мной, была моя дочь. Нежная, светлая. Совсем как ее мать. Я помню ее морщины и как она их стеснялась. Ее седые волосы. Я помню, как похоронил ее. Родители не должны хоронить своих детей. К вам пришел Виктор Добронравов. Он говорит, что он раньше здесь работал. Это просто невероятно. Я даже не думал, что вы еще живы. Видите ли, когда я увидел Августа в новостях, я сразу понял, что дело худо. И пришел к вам. Мы нашли Лера, Хана, Арсуса и Ксению. Лер у нас, но он обездвижен после боя с Куратовым. Остальные защитники либо в плену, либо уничтожены. Да, но я не думаю, что он их убил. Я был здесь много лет назад. Август приглашал меня сюда, чтобы похвастаться результатами своих экспериментов. Он был уже под подозрением и нашел это место. И оборудовал втайне от властей. Я уверен, он вернулся именно сюда. Он явно не ожидал, что я доживу до этого дня. Вы поможете нам с лечением Лера? Конечно. Вы готовьтесь к штурму. Защитное поле. Там генератор, его можно отключить. Снимите переднюю крышку, замкните цепи. Ну, можно и так. Долгов предал нас, он продал вас Куратову. Теперь я возглавляю миссию напрямую от Министерства обороны. Нам необходимо остановить Куратова. Дайте ему время.
Вы все еще здесь? Да, нужно посоветоваться с Виктором Андреевичем. Но он в лаборатории изучает тело клонов Куратова. Мы можем ему позвонить, если хотите. Нет, я лучше его дождусь. Арсус, но я же вижу, что вас что-то тревожит. Вы можете поговорить со мной? Ксения, я приглядываю за ней уже некоторое время. 8 лет назад, когда я ее нашел, я понял, что она ничего не помнит. И не стал вмешиваться в ее жизнь. Просто оберегал. Я даже не знаю, как это сказать. Я ведь сам ученый. И все эти годы я наблюдал не только за Ксенией, но и за собой. С годами я заметил, что каждое превращение дается мне тяжелее предыдущего. И даже когда я в облике человека, во мне остается что-то звериное. Ну, в чем-то животные даже лучше людей. Да, я тоже так считаю. Но ведь когда я медведь, я даже не могу говорить, лишь рычать. И на какие-то доли секунды мое сознание отключается. Особенно, когда я перехожу во вторую фазу полной трансформации. Эти моменты увеличиваются также со временем, с каждым разом. Что если в один прекрасный день я отключусь навсегда? Мне необходимо рассчитать количество оставшихся мне превращений. Виктор Андреевич теперь мне в этом поможет. Но ведь пока вы контролируете ситуацию. Прошу вас, если со мной все-таки что-то случится, и я останусь медведем навсегда, не допустите непоправимого. Арсус. Арсус. Я поняла. Я обещаю. Спасибо. Удивительно. Здравствуй, Август. Давненько мы не виделись. Сколько лет, сколько зим. Сколько боли, унижения, предательства. Я тебя не предавал, и ты это прекрасно знаешь. Обратного пути уже нет. Ни для кого из нас. Я узнал. Что ты предлагал защитникам. Я узнал, почему ты устранил Лера. А это уже не важно. Скоро весь мир узнает, что Август Куратов гений, а не предатель. Thank you.
Елена Александровна, у нас ЧП. На связи центр наблюдения за космическими полетами. Выведите на главный экран. И вызовите защитников. Пока нам не удается получить точные данные, но мы уже близки к цели. Есть. Не может быть. К орбите Земли движется молот. Тот самый? Какой тот самый? Это еще один из призраков Холодной войны. Космическую станцию «Пушку Молот» создали как советский ответ рейгановской программе «Звездных войн». Она обладает огневой мощью, достаточной для уничтожения нескольких крупных городов. Молот может наносить удары с очень высоких орбит. Поэтому достать его средствами ПВО практически невозможно. Молот ведь был заморожен в конце 80-х годов, а через 10 лет он благополучно сошел с орбиты и до сегодняшнего дня удалялся от Земли. Коллеги, дела обстоят куда серьезнее. Наши дошифровщики только что присылали нам файлы проекта «Модуль 2», и Август не ограничится одним только молотом. Судя по всему, его план, внимание на экран, захват всех телекоммуникационных спутников Земли, и гражданских, и военных. С их помощью он сможет управлять всей техникой планеты из одной точки. Для этого он и создал модуль 2, пульт управления всем миром. Но для этого ему понадобится мощный передатчик. Здесь должна быть конструкция величиной с целой... Останкинская башня. Куратов похитил с базы космический передатчик, который был создан для Байконура. Я думаю, что это и есть его деталь для модуля 2. Даже ее будет мало. Высота должна быть не менее 500 метров. Площадка. Да таких зданий в Москве нет. Есть. Здание Федерация Восток, Москва-Сити. 373 Федерации плюс 540 Останкинская. Это получается почти километр. И плюс каркасы всех зданий превратятся в одну гигантскую... Антенну. Как вы нашли меня? Вы часто бывали здесь. В детстве. У меня был старший брат. Абай. Мы часто с ним играли в этом дворе, когда приезжали в Москву. Ему не было равных в рукопашном бою и владении мечом. Я боготворил его. Он был примером для меня во всем. Но чем старше я становился, тем больше понимал, что превращаясь в его бледную тень. Никто не верил в меня. Хотя небо тому свидетель, я уже ничем не уступал Абаю. Тогда-то и появился на моем пути Куратов. Он пообещал, что сделает меня непобедимым. Я выдержал все эксперименты. И результаты меня потрясли. Я стал сверхчеловеком. Я вернулся домой и вызвал брата на поединок. Спортивный, по правилам. Но в ходе спарринга я отключился. Не ведал, что творил. А когда пришел в себя, передо мной лежал мертвый Абай.
Тогда передо мной открылась страшная правда. Какую цену я заплатил за свои способности? Хан, у тебя есть друзья. И ты нужен им как никогда. Наш отдел экспериментальных разработок подготовил спецкостюмы, чтобы повысить вашу эффективность. Эти разработки учитывают и усиливают ваши сверхспособности. А для меня? Система наведения напрямую связана с вашей нервной системой. Она выбирает целью то, на что вы направляете свою агрессию. При дальнейшей трансформации в медведя пушка переходит в полностью автоматический режим. Костюм представляет лучшую защиту от всех физических повреждений. Обратите внимание на поясничный отдел. Здесь мы вмонтировали гарпун с тонким и сверхпрочным тросом. Он идеально подойдет для сегодняшней миссии. Вашей слабой стороной в бою, Лер, было то, что не всегда были камни под рукой, и радиус воздействия на них был ограничен. Благодаря нашей разработке камни теперь всегда будут с вами. Мы смогли совместить вашу способность управлять камнями с электромагнитными импульсами. Ваш кнут не только поражает противника силой физического удара, но и добивает его разрядом тока, исходящего из рукояти. Благодаря электромагнитной сцепке кнут может не только поражать, но и защищать, трансформируясь в щит любой конфигурации. Благодаря этим датчикам, Ксения, теперь вы можете становиться невидимой в любой момент, активируя их, напрягая мышцы шейного отдела. Новый костюм поддерживает эту функцию, он сможет исчезать вместе с вами. Более того, вы можете делать невидимым практически любой предмет, которому прикоснётесь. Что за... Да я уже поняла это. Прекрасно.
нас не более часа. Куратову необходимо будет свою конструкцию из зданий Москва-Сити и Останкинской башни подключить к космическому передатчику и усилителю. И тогда он получает безграничную власть. Все, весь мир в его руках. Точнее, в его голове. Я уверен, что модуль 2 находится в модульном блоке главного здания башни. Туда нам нужно пробраться. Я предлагаю атаковать сразу с четырех сторон. Логичнее будет, если я атакую с воздуха. А мы с Арсусом атакуем с набережной. Окей. А я проберусь через метро и подземный паркинг. А там же защитное поле. Защитное поле можно пройти при помощи специальных ключей-пропусков. Один из них патриоту удалось добыть в схватке с клонами. Вам предстоит забрать такие же устройства у командиров тех отрядов клонов, которые охраняют периметр. Дальше по балкам и проводам мы должны пробраться в модульный этаж башни и уничтожить модуль 2. Тогда бригада залпового огня «Смерч» сделает все остальное. Скорее всего, от ракетного удара весь комплекс Москва-Сити сравняется с землей, поэтому вам необходимо уйти оттуда до залпа.
Почему он так долго? Спускайся ниже! Я не могу прыгнуть! Не могу, поле заденем! Узнал, как можно уничтожить Августа Куратова. Защитники могут передавать энергию друг другу. Это может усилить их возможности в десятки раз. Поэтому Куратов уничтожил Лера. Он боялся, что тот расколет земной шар пополам. Если захочет. Я поняла, я передам. Подождите. Процесс передачи энергии плохо контролируется. Это очень опасно. Смертельно опасно. Это может убить их. Это и есть генератор. И нам нужно его отключить, чтобы Ларина могла взорвать всю эту конструкцию вместе с Куратовым. Как мы можем его отключить? Говорили мне, учи физику. Арсус, а если замкнуть цепь? Нам нужны металлы. Нет. Любой металл здесь расплавится. Ясно. Стоп!
Как ты? Я в порядке. Воли больше нет. Бригада смерти. Приготовься. Подождите! Там же защитники. Дайте мне еще немного времени, у меня для них важная информация. Зря вы отвергли мое предложение. Нет. Бригада смерч, давайте первый залп. Надо вернуться наверх. Подождите! Смерч уже в пути, нужно убираться отсюда. И это ваш план! Вы даже глупее, чем я думал! Thank you.
Процесс передачи энергии нестабильный, эффект может быть обратный. Повторяю, это может убить вас. Нужно рисковать. Снова ошибся. Такими они создали себя сами. Стремительное наступление неизвестного противника было остановлено так же внезапно, как и началось. Никто из террористических организаций так и не взял на себя ответственность за случившееся. Министерство обороны обещает дать детальный отчет об операции в самое ближайшее время. Нашей армии все же удалось локализовать все свои силы и нанести по врагу мощный удар, в результате которого противник был полностью уничтожен. Эксперты полагают, что для этого было использовано некое секретное оружие, которое ранее официально не числилось на вооружении российской армии. Столица постепенно возвращается к жизни. Жители Москвы уже оповестили о том, что их жизни ничего больше не угрожает. И все, чьи дома уцелели, могут вернуться обратно. Всем оставшимся без крова жилье будет предоставлено в кратчайшие сроки. Приятная тишина, правда? Эта тишина дорогого стоит. Я ведь даже не успела вас толком поблагодарить. Вы все удивительные, но это не из-за ваших сверхспособностей, а из-за того, какие вы сами. Благородство невозможно получить в результате эксперимента. Но этому можно научиться у таких друзей, как вы. Я многое вспомнила из своего прошлого. Даже знаю, кто подарил мне это кольцо. Но мне нужно подумать об этом. Видимо, придется вернуться к нашим прежним жизням. Да. Мне уж точно комфортнее дома, чем в мегаполисе. Люди еще не готовы к нам. Стойте. Но программа «Патриот» еще не закрыта. Вдруг что-нибудь случится? Ну, если что-нибудь случится. Тогда и увидимся. Но это еще не все. Мы нашли остальных защитников. We'll be right back.
Мы еще далеко, далеко от мира, мира, где зло и добро меряются силами, в мире, где мало любви, в мире, где царит вражда. Этот мир не спасти, не спасти мне без тебя. Не спасти мне без тебя. Это моя Москва, но в чужих руках. На небесах мне скажут, в чем я был неправ. У Москвы рик и рост, тут моя земля. Мы с неба не хватали звезд, но были как одна семья. Такими сделали себя мы сами. В этом мире добро может быть только с кулаками. Сегодня у тебя есть выбор. У тебя есть выбор, какую мне выбрать калибр. Если бы ты знал наших, знал бы, что ответят. Не стоит и лишь шкуру неубитого медведя. Мы еще далеко, далеко от мира, мира, где зло и добро меряются силами, в мире, где мало любви, в мире, где царит вражда. Только мы, я и ты, будем вместе до конца. Мир еще не готов, но мы к миру готовы. Мы как наш климат, ну а климат в России суровый. Кто к нам придет с войной, наступит на свои же мины. Если случится что-то, знай, что мы будем едины. Это мой поединок, и мне не нужен приказ. Обратной дороги здесь нет ни для кого из нас. Сегодня у тебя есть выбор. У тебя есть выбор, какой мне выбрать калибр. Наше время пришло выйти из темноты. Скажи, кто твой супер. И я скажу, кто ты. Кто этот сумасшедший русский? Кто этот сумасшедший русский? Кто этот сумасшедший русский? Кто этот сумасшедший русский?